ты виноват. Жижин, сколько душ уже? Да ты вообще Жижин? Пианисты тут? Сочный посох. Или что, сегодня тоже будем? Джайми сказали, ну, точно не сегодня. 50 я минут. Я предлагаю оставить, что Джайми подал. Блин, сегодня раздаваки нет. Нет, надо сегодня лича убивать. Ему что, зов нужен? Ему даже два надо, у него ни одного нет. Да ладно. Он бегает с 271 и 277 пол. Ты понимаешь, что у меня даже 2277 по хенхе? Даже у тебя. Даже у меня, да. Даже у тебя, блядь, на несуществующем спеке. А в него нет смысла спекаться, пока нет 4-5, понимаешь? Мы вчера с раздавакой как раз об этом говорили. Там спорили. Тебе получается отдельно надо, да, Т5? Давай бы народ тащи, я жду. К сожалению, 2Т5 не сильно что дают. Без 4 нет смысла. По крайней мере, на трэш спекаться, чтобы быстро заливать. А чё, где-то это, админа на форуме написали, да, то, что нельзя так на сундук больше брать? Да, вроде бы кто-то говорил сегодня об этом. Понимаю. Ну, бля, прошу, не ливайте во время пула. Если хотите ливнуть с рейда, спрашивайте, пул или нет. Похеру то, что сейчас трэш, да, но на боссе это критично. Чё там, хотите перекур измутить, да? Да. Вы когда сейчас босса убьем, кучнее встаньте. Я... Раньше от 4-4, когда лужу на землю кидаешь, было такое, не знаю, зелененькое, обозначалось, в какую зону я это кинул. А теперь просто в слепую зону. Вот беленькая есть. Да не, я не про это. Которую мне видно, куда кидать. Беленькая-то видно. Блин, так топово выглядит, когда цепуха рикошетит в обратную сторону. Сейчас мы, народ, секунду. Поставь время на перекур, и поел. Ты 4 одеваем. Блять, а почему? Я 4 куска одел сразу. Самая топовая фраза от протвара была, это когда... это, дословно, по-моему, шаманы лучше, чем протвары. Ну да. Да блять! А можно? Наконец. Ты что, макрос как ауди копируешь, что ли? У меня нету, я руками типа. Как ты руками пробил стоил? В смысле, а вот именно то, что там нету пробела, понимаешь? Чтобы там, ну, сразу слышишь и... Это не он ставил, это про товар ставил. Вайтель никому не нужен, нужен Нэн, там, не нужен тебе Вайтель. На Мишку. Жижин такой думает, сейчас бы еще и сову убрать, и теперь медведем и хилом ходить. Ну, блядь, как хочет, короче. Я предлагал. А этот, продавайте легких на трансмол. Ген, видел? Вот он, Алекса, это мышь. Какая туповая анимация. Нет, я видел, на кораблях он ставил, значит, анимацию человеку. Этот, вот сейчас посмотри, Алекс, нажми. Ебать. Нифигово, да? Сейчас, еще погоди, она стала. Ну не полностью, она там еще как-то, по-моему, по кругу летала. Да-да-да, она по кругу вот таком в вихре летит. Не, ну анимация охуенная, ничего не скажу. Ну все равно, мне кажется, это не стоит того, сколько она стоит. Нет, почему, если ему это удовольствие, типа, выставляет. Конечно, стоит. Конечно, лучше купить ящик пива, да? Это больше удовольствия. Там побольше пива будет, чем ящик пива. Ну. Классно удовольствие измерять в пиве.
А кто вообще не пьет? Ну, блин, не знаю. Купи тогда. Сейчас скажу, что... Шейм. Адреналин. Купи. Зачем мне купить? И я по тебе куплю это все. Можно, что захочу, покупаю. Под товар это как бочка с пивом. А мне похер, у меня плотво есть. Так что... Ну-ка, Неликс, покажи еще. Тут еще нет Неликс. Ты там нюхаешь. Охуенная да, анимация. Это самая топовая анимация, все, что было. Ладно, сейчас подойду. У коня моего тоже охуенный, видишь? Ой, что он там повернулся, развернул. Я уже, кстати, видел, вот таких маунтов налутовали с сундуков. Ну да. Типа все, кто там по 100к и выше этих маунтов покупал, они теперь в сундуках лежат половину. Вот именно. Ну это обидно на самом деле. Хотя, ну, с другой стороны, если бы знать шанс, насколько часто как есть вот сундуки. А что, пламенное крыло тоже есть в сундуке? Его. Нет, не в сундуке. Я про сундук не говорю. Вот сундук, Катю, выпало. Знаю, сколько у тебя маунтов? Три странички. Да я не знаю, три странички. В ачивках можно посмотреть. 90 у меня. Общие и количество там на ачиву тыкни по маунтам, там пишется сколько у тебя. Еще проще можно зайти на коллекцию, нажать. 38. Сколько? 38. Вон у Кирса с Вагой самые топовые. Я про Мишку. Мишка вот самая топовая. У Ваги тоже есть. Блин, ракета вообще смотрится, я даже не знаю. Еще главный окрас такой, да, беспонтовый. Типа не могли нормальный окрас на ней что ли сделать? Нимба. Это ракета, по-моему, за инженерку фармится. А синяя она выбивается с сундучка. Там есть желтая, такая желто-оранжевая, грязная. А есть вот голубая. Вот этот самый классный. Анзу. Анзу топчик, да. А как вам этот анзу, который желтый такой или оранжевый? Вот ну, этот пламенный, он прикольный да. Тоже, да. А вот желтый, ну, он такой, не знаю, средний, я бы сказал. Вот этот типа топовый. Я бы такого маунта хотел. Который... Да. А видел зеленого? Ребят, да, да, там за... на Вагу. Он стоит у вас на маунте? Да. Вот такого маунта надо, который, короче, как протовар с щитом, короче, и одной ручкой. И чтобы он ШВ давал, короче, на рейд. Протовар на протоваре? Да. Двойная сила. И рефлектил, ты на него садишься. Вальтом, да? Садишься просто на него, он рефлектит сразу. И на ХП кричит тебе. Ну чё, мы идем? Вот смотри, чисто про товар. Так, чё, я перезахожу, да? Наверное, не знаю. Время уже. 40 минут осталось. 40 минут это Сиднера, проф, да. Если успеем лечь. Давайте ускоримся. Убить бы сначала Синдеру, потом уже что-то говорить. Ну да, чуть-чуть Ленина убивать-то? 5 минут 90. Я подумала, что если сейчас скажу, мы топовые пацаны, вы меня не поймете. Не, во. Что там будет тут чекать? Да дай зайти в игру, что-то такое.
Гена тут? Лёша тут? Вау, что за хрень? Запустил? Кто спурил? Утя. Так а чё вы слакаете? Кто уже босса бить? Так, блядь, так дай бы грузы, чё, не слышишь, что ли? Чё за хуйня происходит? Утя босс спурил. Смешно. Бессмертный, что ли? Долорес, ты остаешься. Я остаюсь на ДК? Меня не отпиздит? Чего? Не знаю, хуй знает. 5 хилов или 6? 6, пирс плюс 5 группа. Пирс? Ну я и так в хиле стою. Окей. Я тут всегда в хиле. Да не, я просто думал, я ну, у меня спят. Давайте, 40 минут, ну, ребят. Ну, хочешь, ты спекнись. Будет два шамана, не три. Эти рыбку. Так, ну, сейчас соединение установлено, теперь пишет. У меня так же. Так, чё, типа, Монород Делору станешь? Я так понимаю, да? У нас великий протопал есть. Ой, протопал, протовар. У меня... Сопрота на 54 минуты. Давай. Да хватит. Загрузка списка персов. Поставьте шкаф, засуньте грибла. Все, я так захожу. Подожди там, 4 минуты. Не-не, все, я зашел, меня загружают. Осталось 3 босса. Если 100% не выпадает с них из колоб, значит я в пролете и еще собираю на следующий. А тебе один остался? Не осталось. И как раз 3 босса осталось. Еще я раз, сразу сказал, что ты гонишь. 3 у него осталось. Мне 3 осталось и 3 босса осталось. Синдра, понял. Проф и этот лич. Фулрибов дайте. Рыбу стоит. Сопрот обязательно пей. Кстати, какие пухи доступные у нас остались? С лича на продажу имеет. Аркус, по-моему, если никому не нужен. Нелис, дай приставать. Цветение кто-нибудь берет себе на мейн? Да. Окей. На... Okay. Так, не готов, сейчас похаваю. Никто его не возьмет, его он не выпадет. Мне кажется, я ШМ соберу быстрее, чем сплетение. Влага, чего не хватает? Жужик, не рискуй. Кто первый танчит? Ай, я думаю, лучше мы народ. Еще раз. Чё? Котик, сладкий ротик. Вперед. На, свертухи тебе. Бля, ну-ка, кто там купил эту крыску летающую? Беликс. Покажись. Да я чё? Неликс, блядь. Хтфу. Неужели? Не вплудить. Ой, ой, ой. Чё, я вообще завис. Понял. Притяжка сейчас будет. Бежали. Я завис. Последний раз кидаю лучи. Слева, пацан. Больше, чем надо было. Право далеко. По центральным стоп, слева близко. Право от центра.
Разбиваем. Быстрее. Звезда падает, спухи там кидаете, все что есть. А ты бы босса разбили. Прям под босс. Четыре хила в освобожденке. Че, притяжка на них? Выжили. Вынесли метки. По центру далеко очень. Аккуратно. Справа. Справа, близко. По правым столб. Левую самую подбейте, там правая еще. Если что, то он хил при этом все. Разбили. Отошел машину возле подъезда, перегони пока. Ты на профа зайдешь или нет? Ну, может меня? Геру. Геру дайте, кто без дубов. Монород потанчит, Лага, ой, этот, Войт чуть поганищет. Геру дайте. Да есть Гера. Да, ладно. А. Разбили. Вот центр. Отошли. Не разбиваем, ждем притяжку. Прям впереди не пахнет, вы чё? Беги, малышка, беги! Разбили. Казом лё. Разбили метку. Могол, центр. Сразу разбиваем. Разбивает обе. Гриб лево. Ну все, больше ген. Добивайте. Хило освобожденки, аккуратно. Там полтора ляма. Добивайте. Вага, давай заморозь их. О, сколько ачивок. Вага, блять, выйди! Хорош, Вага. У меня ебаный аддон вылез. Осколок. Хорош. Бля, пианист тут еще, нет? Он ушел, уже сказал. Блядь. Я просто, возможно, не смогу. Вот это. Народ там тонет, восьма. Да нет, тут осколок, говорят, лежат. Тебя хуйня. Лёх, Лёх, я справлюсь с поганищем, я нормально. Так, клык, мейн спек, вольте. Килы. Да ладно. Лов спек, кому-то нужен? Хелфайн, Лага. Редвар, Ють. Бля, дай Редвару. Я выиграл, а дай Редвар.
Там Вага выиграл. Там так. Вага выиграл. Ни разу Вага, у него не против так. Не видел. У него есть против. Я видел. Я видел. Трини, да. Погодите, Трини на танк упала? Да. А кто тогда типа ныл то, что не дали? Или Редвар, у тебя же против есть хороший? Редвар, да. Яути, типа Яути, короче, дали обычку. Да, я поэтому ему уступлюсь. Ну я же так, выиграл. В общем, нет, выиграл Вагабонд. Да, блять, он не танчит. Ну у него он есть спек. Ну у него спек-то есть, но он не танчит. Ну ладно, что вы спорите, у пианиста спросите и отдайте, кому он скажет. А это уже ебать не должно, главное есть спек. Ну тогда мне, да, тогда мне давай, хуй. Так ты не выиграл. Кто выиграл? Если передадим... Ты лагаешь, Лёс. Ну выиграл грипп. Не, да блять, Вагабонд выиграл, какой грипп? Ну уж я тогда прирожу. Грибу можно ГП дать, а Ваги клык отдать. Сейчас слышно нормально? Да. Не ебите мосты, дайте тому, кто больше всего танчит, все, блядь. Ну так вот, я говорю, Редвар же танчит, правильно? Я ни разу не видел. Вчера в заветке танчит. Короче, не ебите мозг, а дайте Ваги, дайте мне осколок, нахуй. Хорош. Дерзкое печенье. Офспек. На офспек по ролю. Хелфейн, на мейн спек. Так. Народу. Лага, это как с тапками вырезки, помнишь? На офспек, блять, какой... Ты чё? А, ну сейчас пишу, там Мадонна. Через одну. Я спешу, ладно. И обычная нужна кому-то. Грибу закинь, она на лока идет. Да дома через этот ебаный лотмастер. Ну вон нахуй. Добегайте уже, добегайте. Геморрой. Время. Лех, так чё, можно я потанчу, нет? Я тебе её скину, короче. Можно, Долорус. Кирс, я тут им ставлю. Окей. Может там профи тоже без чашки? Сейчас будет подумать. Сейчас нажму. Мне она не очень понравилась. У меня правда только с обычки, но мне она не понравилась, чашка. Не, геровская нормально, у тебя каждые 30 секунд считай бонус на СПД. Потом только не говорите, что у него танка спека нет. У Ваги есть танк спека. Это будет санчи танчить. Этот каспек ему для ОКХМ-ки, походу. А Ваги? Дайте, не знаю, там, кто танчит. Ну, типа, если кто танчит, я Редвара один раз видел в танке. Утю не помню, Вагу не... Утю РБК я... танчит в танке. Я танчил, короче, на... Я в ЗС-ке помню, на Гидросе. Да, да. Не на Гидрусе, а на Волноступ или как там, где мобов доходит. Так тишка, будем суммонить стрибу. Там как бы вообще не знаю. Делайте проще, но начислите ГП грибу. Так, еще нет. Гриб, зачем мне твой гриб, мертвянка? Локи раскидайте СС, один на Вагабонда, не знаю, там Казум на Вагу, Сентей на Адмирала и гриб дай на Холи Паладина. Бонарод, ты на боссе. Если на одно будет два СС, типа ГП. Войд. На пул кончает. А чё, подожди. Кто в танке? Три танка? Народ на боссе, Хелфейн в чушь.
А не Войт еще что? Я не сговорил. Нет. Нет. Подожди тогда. Сейчас пик. Юнг танк. Сколько? 80-35%? Да. Да. Все, готов. Стрекнулся еще раз. Только стопнуть не забудьте на первом. Ютя. Да, секунду. Все готов. Пуляем ворот. Где наш костер? Кто? Стопните. 84 стопнули. Стопнули. Отводи на перефаз. Переводим. Приказ от красного ушли. Пельмени. Что? Это еще откуда? Пельмени. Красный появляется. Резист. Аккуратно колбы, ну пельмени. Парада, ты дебаф, дебаф. Зеленый появляется. Пельмени. Босс идет. Вага, бабл, прожми, если чё. Не там колбы, не подходите. Красиво. У меня колба ни разу не задамажила. У меня взрыв, блядь. Пельмени. Там виноват. И лужа слизи. 39%. Стопнули. Красного ждем. Ждем красного. Не бей ШП. Сука, ты чё? Открываем красного. Переводим. Пельмени. Может получиться что-то любопытное. Геро. Да нет. Блин. Ребаф по шуману. Прохиливайте, прохиливайте. Прохиливайте все. Я не могу бежать и хилить.
подниму старшину. Ну. Блять, давайте отсюда. Прибавка шаману снова. Лужи. Пельмени. Метку на себя повесил, звездочку. Четыре. Кто диван? Вага даст первым. Надо уже. Да там добьют быстрее. На мне один стак только. Давай опять лямов. Пельмени. Ты 4 отдал. 3 ляма, ребят. Три стака всего лишь. Все нормально без диванов. Фу на вас. Да ладно, ну, чего вы так переживаете? Все же нормально. Че, трай или не трай? 15 минут еще есть. Я думаю. Убить лича 9 минут. Можно и Джайна убить, нахуй. Меч, мейн спек. Оф спек. Есть осколок? Не, нет. Дерзкая печень. Мейн спек. Оф спек. Сейчас луп разрулю. Так мы же не идем, по-моему, на лича с лобик, что ты? Обычно, да, ребят, 15 минут ордекового лича, ёбнем по-быстрому и разойдём. По-быстрому. Да завтра убьём, чё? С первого трая. Петра, рольте. Пойдём или нет? Мировой рекорд 7.35 убийств. Ну, отдашь резисту доллару? Мое дело предложить. Ваше отказаться. У пианиста спрашивайте, потому что я бы съебался. Я бы тоже. Я спать. Ты проведи голосование. Слабаки. Че завтра ради одной Джейна собираться? Можно или че завтра тоже? Лича Джайна, и я хочу оставить назад. Да к нам еще Ока ХМ траить потом. Нет смысла, потому что сказала же, не будем траить. Ой, хорошо. Сколько там пианист что-то начислял, ебать, да? Блин, это надо смотреть, он за что-то начислял, за что-то не... Смотрите, я не сразу, он только за приход. За леди только начислил. Он ГП давал. Он начислил, получается, только за леди, да? А за ребро, да, было? Было. Окей. Ну все, давай, пуль. Какой пуль? Ну, по-моему, а за приход было? А у нас человек из сети вышел. Он не вылагает, да. Так же, как у меня. Что за хрень, блин, зайти? Дай, ну, блядь, сколько дать за приход? Раз, два, три, три, пять. Один снос уходит. Получается, тебе надо за 9 боссов. 1800, да. Там посмотри, ни у кого твинов не осталось тут. У меня висит твин. Кстати, Гена, с твоей ИП за сурка, кто горячий передамажил? Да, да, рекаунт есть, он без... 8 человек. Да там багнутый рекаунт, забей. Сам себе тоже он начислил. Что мне с хостой делать? Я бы так там не отпустила. Там два топовых пара не могли надамажить меньше 20. Ой, ну, что могу посоветовать? Гессаниты. У одного из лоров получилось. Чтобы не просаживаться тут. Пианист тут. Он багаюзер. Пианист. Ну все, тогда Рой завтра.
Твич Джайна. Он нас целый. Он потом скажет, я рейд не распускал. Я не буду лгать от греха подальше. Лучше пофукаши. Да просто в рейде выйди из игры, палит. Да там сразу сказал же, что на завтра. Так он про Джайна только говорил, не? Ну все, Слабик, что не так? ЕП, короче, нахуй. И го дальше. А, понял. Короче, я отошла. По расстановке на профессоре, вот когда фаза вторая, я так понял, когда два слизня появляются, надо группы, короче, в одно место вставать, ну, зеленый. Ну, дерганы, да? Поставил же, получается, метки. Ну, я в курсе, не просто не в курсе был, я так видел теоретически, просил, как бы, на виду. Ну, я и понял, все, в следующий раз что-то спрашиваю. Когда зеленый, получается, у тебя да. Зеленый колбок, там стенку упираешься, чтобы не вылетать. Все, а понял, раз... да, я что-то тут тупанул вот на этой фазе как раз. А красного кайтят, получается, между красным, ну, между зеленым. Чтобы хилы из зеленого смогли тебя доставать килли. Гену Хейс, пойдешь? Я спать. Первая фаза, это, короче, ну, понятно, появляется дебаф, там лужа, короче, отбегает. Так, ну, два пати, да, так понимаю? Ну, как я смотрел. Да. Ой, ебать, колечко-то дорогое оказывается. Кодик, да я знаю. 10. Чуть-чуть ты там знаешь. А во сколько мы хилов все-таки были на профе? На профе 5, да. Вроде бы. То есть вот это вся пятая пати, да? Ну да, потому что я шпикал сам. Полипал, ДЦ и Р. Бля, я думал, что-то потно будет танчить про фару, где рейки вообще нормально, но силы молодцы, конечно. По-моему, никакие диваны не нужны, ну типа так же убивается, там 4 стака на ротмат, 3 стака на мне. ДПС-то просто много. Вообще ханты же могут по одному забирать, насколько я знаю. Вопрос. Не могут, там не воспринимают, стакают. Понял. Лагал ты сегодня еще кто-нибудь? Вообще лагал сегодня? Полина лагала, говорит. Нет. А из вас больше никто? Ну, в начале рейда было, потом попустило. Пипец, просто 2 минуты не лагать, потом как резко пинг до пятерка подпрыгнет и все. Но если у тебя дискорд был нормально, ты все слушал тебя. Дискорд-то я слышал, и я говорил. Ну, это Сирус, может. А кто тут лича в ХМ-ке танчил? Хочу один вопрос задать. Ну, давай. А что тебе? Смотри, получается МТ босса, ОТ шаркарей, потом гневных держит тот, кто держал босса, получается последнего гневного забирает тот, кто шаркарей держал. И тот, кто держал гневных из кого-то брали, забирает босса. А, как все. Получится? Не придумывай никаких правил, просто здесь зависит от агро, зависит от того, у кого прожимки есть. Вот опять же, на слабом гире было такое, что на второй фазе вообще жнец вешается на танка, и второй танк ретаунтит. Я это знаю, что... На перефазе, типа, так же, ну, если у тебя остались еще шаркари, ясен хуй, ты не будешь танчить дневных. Ну, я вот про это танк. И хотел, да, узнать. Так. Вот, а на второй фазе там, да, смотря по прожимкам, по гробу. Ну все понятно, изи. Короче, как я лидер рейда, на мне висит звание, я распускаю этот рейд, вы можете быть свободны, если что. Погоди, сейчас запишу звук. Сейчас запишу. Все на меня косить. Завтра, короче, лечит, Джейн. Отмени еще ГП всем, кто получил, чтоб наверняка. Нет.